духовному лидеру мусульман России муфтию шейху Равилю Гайнутдину исполнилось 65 лет. С поздравлением к главе ДумРФ обратился пленум организации. В ДумРФ также анонсировали проведение 8-го съезда в сентябре этого года. Во время визита в Чечню 20 августа Владимир Путин осмотрел мечеть имени пророка Исы в Грозном. Новому мусульманскому храму президент подарил Коран, инкрустированный драгоценными камнями. В знак уважения к священной книге мусульман Путин поцеловал Коран. В Рио председатель ДумРФ доктор Дамир Мухидинов представил Россию на 8-м международном конгрессе «Наследие великих предков. Основа третьего ренессанса» в Самарканде. Он передал участникам форума послание муфтии Гайнутдина о единстве мусульман России и Узбекистана. Духовное управление мусульман РФ категорически осудило как ненавистное Аллаху действия заключенных, захвативших заложников ВК-19 под Волгоградом. На днях культуры Татарстана в Москве наградили представителей ДумРФ. Медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени вручили председателю Татарской национально-культурной автономии Москвы Фариту Фарисову. Благодарственным письмом раиса Республики Татарстан отмечен муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. Медалью столетия ТССР за существенный вклад в укрепление межконфессионального мира и согласия удостоен имам-хатыб Московской соборной мечети Ислам Зарипов.